Мы опять в пути. Меня зовут Олег, со мной Танюшка Заюшка, и мы приветствуем вас на канале «Давай попробуем». Друзья, ну мы сегодня проснулись в городе Воронеж, и сейчас мы продолжим свое путешествие в сторону юга. Ну, а сейчас мы будем завтракать в нашем номере. Здесь у нас своя кухонка, мы купили, как они называются? Булочки там правда, всякие, да. Итак, у нас вот готовится кофе. Кофе в машине. Разогрелись наши булочки. Вот такая красота, друзья. Все. Так что сейчас мы позавтракаем и выезжаем дальше в путь-дорогу. Итак, друзья, мы покинули город Воронеж, встали на платную дорогу. До Ростова 570 километров у нас. Там мы сделаем остановочку. Ну, на самом деле, остановочку мы, думаю, сделаем еще и до этого. Но я вот прям хочу сказать, мы до сих пор находимся под каким-то приятным впечатлением о городе Воронеж. И, конечно, немножечко разочарованы, что мы мало времени оставили для него. Город очень красивый, интересный. Погулять по нему нам было бы еще очень интересно. Но, к сожалению, покинули. Может быть, действительно, на обратном пути еще вернемся. Так что не проезжайте, заезжайте в него. Ну, а мы двигаемся дальше в сторону Ростова-на-Дону. Надеюсь, что все у нас будет классно. Итак, друзья, нам, в принципе, осталось совсем немного доехать до города Ростов-на-Дону. Чуть больше, по-моему, 100 километров. Но что-то очень захотелось перекусить, отдохнуть. И навигатор нам показал, что на пути у нас какой-то парк Лога. Вот мы сейчас приехали, но, в принципе, такой у него действительно интересный вид. Красивый. Так что, друзья, пойдемте походим, посмотрим, что это такое на будущее. Может быть, тоже вам будет интересно здесь остановиться. Да, и судя по количеству машин на парковке, местечко им должно быть интересное. Кстати, да, действительно, посмотрите, как много машин, это будни. Пойдемте. Смотрите, как со стороны смотрится прямо этот вход. Вот там с левой стороны вижу на возвышенности храм, так красиво он смотрится. И, ну, просто масштабные ворота такие, прям как в крепость. Какая-то европейская прям история такая. Вообще такое ощущение, будто вот идем в Диснейленд какой-то. Ну как, за первое ощущение? Потрясающе. Неожиданно, да? Неожиданно, да. Друзья, вот мы только вошли, и вот посмотрите, как прям встречает нас этот парк. Так необычно. Самоварчик. Ухоженно. Вот там я вижу вообще вон чертово колесо какое-то. Вот здесь вот самоварчик. Друзья, обратите внимание, смотрите, прям водичка как льется из крантиков. Слушайте, обалденски смотрится. Я вот уже прям немножечко пугаюсь размерами, потому что, посмотрите, вот идет такая дорожка, и вижу, что основная часть вот там на холме находится, то есть парк очень большого размера. С обозрением, да. Да, 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 я вот уже отметил, что там проглядывается чертово колесо, то есть, по всей видимости, может быть, там какой-то, какие-то аттракционы находятся, парк развлечений. В общем, прям в предвкушении, ребят. И посмотрите, посмотрите, какой порядок, как все красиво выглядит. Все цветет и пахнет, как говорится. Такие вот милые дорожки, прям идешь, любуешься, слушайте, попали. Местечко, как мы любим говорить, опупенное. Ну, действительно, прям неожиданно. Мы думали, вот где бы нам отдохнуть немножечко, перекусить. И вот прям удивительно. Смотрите-ка. Слушайте, как вот действительно вот во всех этих Диснейлендах, вот в парках. То есть, смотрите, по всей видимости, там зона зоопарка какая-то вот начинается. Ой, а здесь, друзья, вы посмотрите, прям сказочно, как все смотрится. Угу. Посмотрите, друзья, здесь вон водопадик. Какой красивый. Да, вот если честно, мы прям не знаем даже, куда пойти, потому что чувствуется, что парк очень большой. К сожалению, нету схемы, где что находится. И мы растерялись. Мы просто растерялись, куда нам идти. Друзья, это очень красиво все смотрится. Смотрите, здесь вот водопадик. Там какой-то замок наверху. Прям, слушайте,
Обалдеть, В общем, мы решили просто пойти, куда глаза глядят. Вот по такой дорожечке, вы посмотрите, в тенечке все так прям ухожено. Глаз радуется просто вот виду такому, друзья, очень красиво. Вы смотрите. Тут миленько крутится, вертится. Причем я иду, а звучит даже музыка так ненавязчиво, тихо, какая-то сказочные такие нотки. Водопадики, слушайте, друзья, это такая атмосфера вообще шикарная тут царит. Вот, посмотрите, здесь как раз уголочек, где можно перекусить. Вот такие вот кафешечки. Их здесь несколько. Так вот. И, конечно, вот с такими видами. Посмотрите, вон люди, видите, уже, наверное, поели, уже довольные. Ой, слушайте, прям стены такие возвышаются. Ну, если честно, прям вот ощущение какое-то, что мы где-то в Чехии находимся. Замки. Вот здесь прям такая прослеживается тематика европейская. Лыцари. Специально так оградили, чтобы народ, видно, не щупал их. Слушайте, ну это здорово. За европейской начинается наша, друзья. Русская тематика. Печечка наша, русская. Слушайте. Ну это сказка, сказка. Обалдеть, обалдеть. Диснейленд, да, да, прям вот, ребятушки, натуральный вид. Вы посмотрите, я прям не могу оторваться. Там даже торбейники есть, как в Праге. Вот от этого. А я вот говорю, посмотри, вот эта стена, это прям напоминает чем-то Чехию, да? И плюс, ты говоришь, там есть торбейники. Ой, и главное, вот вы знаете, мы ехали. Вокруг были степи, степи, поля, такие вот открытые просторы, бесконечные. И тут прям вот такой зеленый оазис, где можно спрятаться в тенечке немножечко, отдохнуть от дороги в этом уютном, шикарном месте. Напрашивается местечко, чтобы сюда зайти, посмотреть, что здесь находится. Потому что прям, смотрите, как красиво. Такая беседочка, и с нее можно полюбоваться, я так понял, рыбками. О. Водяная мельница, неважно, вот она крутится, вертится. Слушайте, ну такие классные оазисы, прям вот прям точки. А, горы видно. Видно? Ну-ка, ну-ка, Заинка, давай посмотрим. А, да, действительно, не знаю, насколько камера сможет показать. Вон они там проплывают. Стайка красных рыбок. Красивых. Друзья, ну... Я прям поражен вот этой вот, конечно, ландшафтной историей. Насколько все с любовью и профессионализмом сделано. Слушайте, шикарно. Так, друзья, везде такие отголоски сказок, сказочных героев. Вон голова богатыря. Там вот я смотрю, тоже закусочные, зона, где можно перекусить. Ну, а мы идем, друзья, вот так по дорожечке дальше. И, конечно, прям любуемся, любуемся этой красотой. Итак, друзья, случайно тут вот пообщались. И нам рассказали, что здесь вот один предприниматель сделал сначала вот одну такую маленькую детскую площадочку для своих детей. И вот так увлекся. Влился в этот процесс и начал развивать вот такой вот парк. То есть здесь была свалка 15 лет назад. И вот человек, представляете, вот начал вкладывать все свои силы. Да? Да. Как душу, можно сказать. В общем, друзья, такой парк сделать, ну это просто поклон. Действительно, молодец, молодец. Так что обязательно заезжайте, если будете проезжать. Он, видите, он еще строится, он в процессе. Вот зона аттракционов, оказывается, она еще тоже в процессе все это делается. Я думаю, что через пару лет мы Диснейленду утрем нос.
или что там, в общем, мы что-нибудь ему утрём. Так что, ребят, здесь очень классно. Ну, наверное, бесполезно просто комментировать этот парк. Сюда нужно просто приехать и все это увидеть своими глазами. Поэтому я предлагаю вам просто посмотреть немножечко видео, подборочку, которую мы здесь сделали по этому парку. Итак, друзья, мы еле-еле с Заюшкой просто вылезли, заставили себя выйти из парка этого шикарного. Нам очень он понравился. И вот мы сейчас доехали уже до Ростова-на-Дону, но мы много времени потеряли в парке. Нам было там очень хорошо и не хотелось уходить. Поэтому сегодня мы не попадем, наверное, в Ростов-на-Дону. Мы останавливаемся на трассе возле Ростова-на-Дону в мотеле «Евразия». Такой, две звезды, по-моему, он, по-моему, у него, если не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, он практически вот стоит на трассе. То есть нам завтра вот выйти и продолжить путь наш. А, здесь рядышком, говорят, есть какой-то парк, торговые центры. В общем, пойдемте погуляем. А, кстати, сначала пойдемте, покажу, как мы разместились, а потом пойдем гулять. Итак, друзья, вот так выглядит наш номер. Ну, такая вот небольшая прихожая. И сразу вот попадаете в комнату. Такая большая, мне кажется, комнатка, совсем не маленькая. Две кроватки, разнесенные друг от друга. Будем с Зайкой переплевываться, Так, здесь у нас, смотрите-ка, там вот торшер какой-то, телевизор, тумбочка. Так, туалет, по всей видимости. Так, ну, что замечательно. Душ есть, раковина, туалет, даже вон. Гели, пожалуйста. Ну все, замечательно. Да, да. Ну, это ж придорожная отель, придорожный отель. Вот, вот. Настоящий придорожный. Посмотрите, как классно. А? Вся жизнь мимо. А зато мы вот прям сразу на эту трассу и дальше. Итак, вот наш мотель, отель. Действительно, прям сразу рядышком с мотелем вот такой небольшой парк, где можно выйти, погулять. Кстати, здесь прям хорошо, вот даже шум машин не слышен, сразу так тихо, хорошо. И непосредственно рядышком как раз вот прям целая мега, огромный супер-пупер магазин. Так что можно будет потом сходить и поужинать там. Ну, вот такой вот он небольшой, да, действительно, парк. Но все равно, друзья, мне кажется, здорово. Нам здесь сейчас будет пройтись еще немножечко. Потому что, честно сказать, уже, конечно, в Ростов-на-Дону ехать, ну, нету сил. Оставим его на потом. Друзья, тут даже, вон, смотрите, фонтан. Ах, как мы здорово попали. Смотрите, какие-то площадочки игровые. Вон там гуси-лебеди, аттракциончики. Не знаю, вот посмотрите, даже вот там карусельки я вижу. Там какая-то зона отдыха. В общем, друзья, довольно-таки такой интересный парк. Милый, классный. В общем, здорово, здорово. Действительно, я о нем слышал, читал. Подтверждаю, действительно. Здесь здорово остановиться. Как раз вот так с возможностью отдохнуть, походить, погулять. Класс. Друзья, смотрит, ждет, наверное, обратите внимание, здесь прудик, и в этом пруду плавают вот такие красивые рыбки, и в том числе черепашка, вон она, красавица. Есть вот такие вот зоны отдыха, можно вот так вот сесть на берегу, но красота.
А еще здесь есть лабиринты. Посмотрите, можно так вот зайти. Кипарисовая аллея. И попробовать отыскать дорогу назад. Знаешь, ну я надеюсь, мы с тобой не будем экспериментировать. А то сейчас мы с тобой потеряемся. Ой, нет. Надо выходить, надо срочно выходить, иначе мы сейчас здесь запутаемся, заблудимся. Вы посмотрите, обратите внимание на эту зону отдыха. Вот с таким вот видом, друзья. Ах, красота, просто прелесть. Слушайте, сразу такое прям уединение. Вот никогда не скажешь, что рядышком проходит трасса. Так тихо, спокойно. Ой, красота душевная. Нет, шикарный вариант остановиться по пути, немножечко порелаксировать, отдохнуть, набраться сил и отправиться дальше в свое путешествие. Шикарно. Посмотрите, вот еще одна зона отдыха, где можно так вот зависнуть. Да еще вот с таким вот видом на водопад. Ах, друзья, как же это здорово. Как же это классно. Друзья, но, к сожалению, время играет прямо вот против нас. К сожалению, вот стемнело, в парке стало уже темновато, хотя он приятно освещен вот такими лампочками очень приятными. И мы с Заюшкой решили уже отправиться в торговый центр Мега, чтобы поужинать. Итак, друзья, к сожалению, наш день сегодняшний закончился, но он был, мне кажется, очень хороший. Мы открыли сегодня насыщенный, да. Нашли сегодня такой парк интересный. Вот, мы перекусили в патио пиццы здесь. Сейчас с Заинкой пьем чайку, играем в нарды свои любимые. И думаю отправиться сейчас уже в скором времени отдыхать, спать. А завтра снова в путь. Поэтому надеюсь, что вам понравился наш ролик. Вы не забыли поставить лайк, подписаться, а также зайти на нашу страничку в Telegram, чтобы мы с вами не потерялись. Так что, надеюсь, увидимся. До завтра. Вернее сказать, до следующего ролика. До завтра. Пока. Пока-пока.